Торонто собрались украинские националисты, пять диаспор. Я им говорю, вот, как вам известно, в Украине два коренных народа. Украинцы и крымские татары. Так я вам сейчас буду говорить на языке второго коренного народа, типа крымско-татарский. Так им понравилось. Мустафа Джемілєв – один з цьогорічних номінантів на Нобелівську премію миру. Лідер Меджлісу завжди проводив політику мирної, ненасильницької боротьби кримсько-татарського народу за свої права. Ціна такого шляху – неодноразові ув'язнення радянською владою. Загалом це понад 15 років. Звісно, ми знали, що коли-то цей режим рухнет, коли-то ця імперія розпадеться, і коли-то ми повернемося на свою родину. Ну, откровенно говоря, що это увидим своими глазами, что сами даже вернемся, но это мало верилось. Поэтому просто грех говорить, что ничего не добились. Требований, желаний было больше, конечно, но в реальности мы таких больших шагов не ожидали, что так получится. У меня, например, лично была самая большая такая реальная мечта – умереть на свободі. Будинок Мустафи Джемілєва переповнений нагородами і подарунками. Його постать є знаковою для кримсько-татарського народу. Адже саме завдяки мирній політиці Мустафи багатьом кримським татарам все ж вдалося повернутися на батьківщину. А для молодого покоління Мустафа – приклад для наслідування. Не было таких людей, как Мустафа, наверное, мы бы еще долго оставались на том же уровне, на каком мы были. Все равно благодаря ему и таким людям мы, большая часть народа вернулась все-таки на родину, делаются какие-то шаги прогрессивные. Мы очень ценим его вклад в наше дело. У него очень большая сила воли. У него очень большая любовь к жизни и очень большая любовь к своему народу. И вот это все вместе дает ему эту возможность преодолевать все эти трудности, выживать в самых экстремальных ситуациях. Я тогда с Сулейманом Демирелем, традиционно я ему шапку подарил. Колпак, да? Да. Ну и там говорили о том, чтобы он участвовал в решении проблем крымских татар. А там одна газета написала. Мустафа одел на Сулеймана Демирели каракулью шапку и потребовал 6 миллионов долларов на строительство жилья. Мустафа Джемілєв, будучи самовідданим своєму народові, він ніколи не стояв в стороні від проблем, які стосувалися інших. Будь то єврейська проблема в СССР, проблема виїзду євреїв на свою батьківщину. І тому ми думаємо про те, що якщо в цьому світові є люди, які заслуговують на Нобелівську премію миру, то один з них безперечно є Мустафа Джемілєв. В национальном движении вырабатывались базовые принципы, от которых никакому лидеру, никакому там, руководителю Меджлиса не дадут просто отступить. Поэтому кто именно будет возглавлять Меджлис, конечно, это имеет значение, но кардинально изменить направление национального движения вряд ли. Поэтому опасения тех людей, которые говорят, что мне не надо уходить, что произойдет раскол движения. Я думаю, это движение, эти опасения не обоснованы. Мустафа Джемілєв сьогодні жива легенда свого народу, у якої обов'язково має бути достойне продовження.